На 3 года в России продлили срок действия истекающих водительских прав. Речь идет о тех удостоверениях, которые необходимо было обновить с 1 января этого года и по 31 декабря следующего. Инициативу приняли, чтобы упростить людям жизнь, сократить время на общение с государством и оформление бумаг. Как данная поправка будет работать на территории других стран, таких как Белоруссия или Казахстан? Где наши права также действуют, сейчас неизвестно. Всего по подсчетам статистиков, продление коснется около 5 миллионов водительских удостоверений. Что делать? Ну, наверное, здесь будет сказать, что ничего не нужно делать на сегодняшний день. То есть правительство все продумало. Водители, у которых срок действия в этот период у нас заканчивался, они на сегодняшний день могут не приходить в подразделение госавтоинспекции для того, чтобы заменить эти водительские удостоверения, а продолжая также управлять транспортным средством, но при этом понимая и видя, да, что необходимо просто прибавить срок, который у них, срок окончания 3 года.